С вами канал «Карелия. Все рыбалки и не только». Подписывайтесь на канал и обновления. Комментируйте, ставьте лайки. По поводу отдыха пишите на страницу ВКонтакте. Самое интересное впереди. Здравствуйте, друзья, подписчики моего канала «Карелия. Все рыбалки и не только». Вот хочу, я уже делал, честно вам скажу, очень вкусно. Хочу сделать сугудай из налима. Показать вам. То есть его берете филе, вот так вот отделяете. Вот так. И потом вот такими вот пласточками нарезаете. Я вам честно скажу, это просто обалденно вкусная штучка. В общем, как разделывать, вы поняли уже? Вот так вот. Вот центральная косточка и голова, это можно все на уху, что останется. Как бы суповой наборчик такой. Вот так, ребят. В общем, вот так делайте. И я вам покажу, что дальше. То у меня получилось филе рыбы, я вот так вот кусочками нарезал. Так, вот контейнер, соль. Вот соль я делаю так. Я сразу делаю перец. Вот так. Потом я делаю... Эту приправу привезли с юга для рыбы. Ну, тут смесь какая-то, ну, очень приятная такая смесь. Можно на любителя. Что вам нравится, то... Так, и все мы это перемешиваем. Вместе с солью. Так, перчика можно еще. Так, думаю, достаточно. Ну, приправки чуть-чуть. Так, и все это перемешаем. Все, приступаем. Вот смотрите, берем луку чуть-чуть на донышко. Вот так. Берем этой соли. И вот так делаем. И просто укладываем рыбку. Кусочки эти вот сюда. Вот. Как бы слой. Делаем. Вот такой слой рыбы. Налима. Ребят, я вам честно скажу, это просто вкусно. Налим, это та же треска, но свежая, это просто обалденно. Так, берем опять луку немножко и соли, смесь вот эту вот. Опять укладываем. Налим у нас не крупный был, где-то с килограммчик, но я думаю, крупнее налим был, наверное, лучше. Ну, вот что есть, я бы так сказал. Опять же пересыпаем немного соли, вот по вкусу. Главное тут соли угадать, чтобы не пересолить, потому что это кушается, в принципе, сразу. Как сделали, минут 10. 15-20. Харюза я ем вообще 5 минут и все. Почему он называется 5 минут? Ну, наверное, налим мне чуть подольше, если держу. То есть маринуется он все равно быстро, потому что это все-таки с лимоном. Из-за этого все быстро.
5 луку. Лук можно было побольше, но КП это на любителя. Лук дает, вы знаете, что с лимоном как бы маринад такой. Особый. Вот поэтому лук нужен. Его потом не чувствую, но многим даже нравится в этой рыбе лук, именно лук. Он с лимоном маринуется прям на ура. Вот так, все, вся рыбка наша ушла. Лучок опять. Так, ну и сверху еще маленько. Только бы не переборщить. Ну и мало тоже, потому что он должен соль с лимоном, она еще и обжигает. Чему можно быстро есть. Я вам говорю, что вот сугудай, он еще хорош тем, что когда его начинаете кушать, ну вот через 10-15 минут, вот эта соляная корка сверху, а внутри сырец, вот свой вкус. Вот берем где-то столько лимона и просто выжимаем сюда. Ребята, получится просто обалденная закуска. Я думаю, этого достаточно. Закрываем крышкой. И вот что я делаю. Вот это вот я еще перемешиваю. Сейчас она должна аж побелеть. Рыбка. Сейчас пойдет реакция. Ну-ка. Да, вот она, видите, как побелела. Вот так получилось. Вот так вот. Вот теперь смотрите, выносим, ну, в прохладное место. Ну, 10-15 минут, ребята, и все. И рыбка будет готова. Очень. Вот такой вот сугудай с налима. Все. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всего привет с Попов Порога.